Добрый вечер. Я пока вижу, один человек пришел. Буквально еще чуть-чуть подождем. И тогда начнем. Итак, потихоньку начинаем. Кто успел, тот пришел. Запускаем видео, запускаем доску для просмотра. Так, шеринг сделаю. Так. Итак, еще раз добрый вечер. Я вижу, два человека пришли. Окей, тогда это будет персонализировано для вас. Итак, сегодня мы поговорим об оплайн. Я коротко расскажу, для чего использовать оплайн. Как, да. Добрый вечер. Да, добрый вечер, Валентина. Я коротко расскажу, как использовать оплайн. Основные его преимущества. И расскажу пошагово, то есть пока расскажу и покажу пошагово, как использовать. Как пользоваться оплайн. Вы уже видели, наверняка, может, видели или были уже на прошлых тренингах, видели, что появился такой инструмент. Этот инструмент оплайн можно, эту площадку, можно найти в кабинете. Вам нужно зайти в свой личный кабинет Skyway, нажать на ссылочку «Партнерам», и выскочит меню, и появится «Оплайн». То есть нажимаем «Партнерам», это в правой, левой, слева в правой стороне, и появится ссылочка вот «Оплайн» в менюшке. Вторая возможность – это нажать на баннер, который в центре постоянно, это слайд-шоу, который перелистывается, нажать и пролистать или подождать, когда появится оплайн, нажать, то есть вторая возможность входа. И только после этого вы попадете в свой кабинет. Так. Итак, давайте поговорим про оплайн. Как оплайн был придуман, для чего он был сделан. Чтобы больше раскрыть, пошире раскрыть его потенциалы, чтобы было больше понимания. Итак, я начну с того, что я покажу вам так называемую формулу продаж, или еще называют воронкой продаж, которая выглядит следующим образом. Так. 10, 7, 4, 2. Что это значит? Это значит, когда вы занимаетесь продажами прямыми, либо сетевой маркетинг, 10 человек, которые скажут, что выслушают вас, 10 человек, которые скажут, что они выслушают, придут и выслушают вас, а реально из них только придет 7. То есть 10 вы обзваниваете народу, 10 вам говорят, что да, придут, 70% только реально придут, то есть 30% не придет.
Четыре. Реально дослушает вас до конца. То есть кто-то может встанет, уйдет, скажет, это не ему не интересно, это не его тема. Вот. А четыре реально, то есть четыре человека, это реально вас дослушают до конца. И только два из них у вас купят. То есть что бы вы ни предлагали, все, что бы вы ни предлагали, два человека у вас купят. То есть я сейчас больше говорю про прямые продажи, про сетевой маркетинг. Это такая статистика. Это мировая статистика, то есть можете ее проверять. У кого-то она лучше, у кого-то хуже, но в среднем она такая, то есть уже проверена многими людьми. Огромный-огромный опыт, многие десятки лет. Что же из этого вывода, какие выводы можно сделать из этой формулы? Но первый самый важный вывод – это чем больше вы презентации проведете, и чем за меньшее время вы это сделаете, и большим людям презентуете свой товар-продукт, тем больше людей у вас купят. То есть тем больше цифра будет здесь, тем, соответственно, будет больше здесь цифра. А что еще важно, что из этой формулы, это то, что каждая ваша презентация приносит деньги. То есть, если вы разделите полученные деньги, то есть заработанные деньги на количество презентаций, вы увидите, что в среднем каждая ваша презентация приносит деньги. Вот мало кто это делает, но если вы реально это сделаете, вы увидите, что каждая ваша презентация приносит деньги. Это приятно. В среднем разделите, это получится. Например, мы в структуре проводили такое, я рассказывал об этом в структуре, и один наш сотрудник решил поделиться своей статистикой. Он сказал, что он 15 тысяч заработал, он провел 80 презентаций, мы посчитали, это получилось, что каждая его презентация приносила $187. Я считаю, это неплохо. Вот, то есть вывод такой, что чем больше презентаций вы проводите, тем больше вы зарабатываете. И самое важное, что чем за меньшее количество времени вы проведете и большему количеству людей, тем больше вы заработаете. Вот. И плавно, если переходить к Upline, что сделал Upline? Это Upline помог. Помог сократить время презентаций и работать на большую аудиторию. Об этом я чуть-чуть попозже расскажу, как это происходит. А сейчас еще немножко цифр, статистики, совсем буквально чуть-чуть. Я вам покажу, как делают 90% новичков и почему они уходят. И вы тогда поймете, чуть-чуть, может, больше. Например, у каждого человека есть 200 контактов, ну, в среднем, плюс-минус, там, друзей, знакомых. Если при классическом подходе, там, за две недели новичок сделает, там, 15 встреч, презентаций, то у него уйдет, там, со своим спонсором какая-то будет конверсия у него, там, 20%. Я буквально коротко расскажу об этом. Доход он получит $45, ресурсы, то есть время потратит, деньги на презентации, на повторный контакт потратит время. И у него будет определенная какая-то прибыль или убыток. Ну, скорее всего, у него будет в первый месяц убыток небольшой. Это классика, то есть это классический подход. Я не против классики, а наоборот за классику, за классический подход, но обязательно с дополнением. Вот Upline – это дополнение. Что можно сделать в дополнение к этому? Это провести остальные презентации, то есть сравнить, если 20 презентаций, то есть сделать за те же две недели 200 презентаций, отправить через Upline. Конверсия будет у вас определен, у каждого она будет своя. То есть если, например, это будет 10 конверсия у вас, то это будет 20 продаж. Соответственно, у вас будет тоже затраты ресурсов, временные и денежные, и, соответственно, будет доход. Так вот, Upline помогает. Первое – это новичкам. Новичкам не бояться
рассказы. То есть у новичков есть такая проблема презентовать профессионально. Новички это не делать не умеют, они либо идут со спонсором. Если спонсора нет, могут презентовать через Upline, не умея презентовать даже. То есть этот инструмент для новичков, у тех, у кого нет спонсора, либо спонсор занят, либо спонсор ушел. Второе – это для лидеров, для спонсоров, те, кто могут поработать со своими нижней командой, то есть нижней линией, и обработать огромное количество людей. То есть за короткое время обработать огромное количество людей, большие списки, когда это в условиях, когда сроки поджимают. Например, как это у нас, Skyway Capital, когда быстро идет смена дисконта, остается 2 недели, нужно быстро проработать, и тогда выходит на первый план это Upline. Итак, это коротко по статистике. О преимуществах. Я не говорю, что это замена классическому подходу, ни в коем случае. Это просто дополнительный инструмент в условиях нехватки времени. Это инструмент, в первую очередь, для новичков. Второе – это для лидеров, для работы с новичками. Следующее. Итак, я вам рассказал, как делают 90% новичков, но чтобы работать с этими новичками, нужно, естественно, самому узнать и уметь работать с этой платформой, с Upline. Итак, далее я вам расскажу, как работать с Upline пошагово. Но первое – это пройти тренинг, то есть понять, как работает Upline. Следующее – мы импортируем контакты. То есть сейчас пока ручками вносим, то есть вписываем. Далее это будет можете импортировать контакты с email и из других источников. Об этом сейчас идет разработка. Если руководство одобрит, то будем вбивать целыми списками. Следующее, это мы обзваниваем. Перед тем, как отправить презентацию, мы обязательно звоним, предупреждаем человека, что мы отправим презентацию, чтобы он посмотрел, и обязательно договоримся о повторном контакте. Мы обзваниваем, отправляем презентацию, которая длится 5 минут, и совершаем повторный контакт. То есть мы на первом звонке мы договорились, что мы перезвоним, когда человек просмотрит. И после этого мы снова звоним после отправки. Рекомендация звонить человеку, который просмотрел, не позже, чем 2 дня. 1-2 дня. Если вы позвоните позже, скорее всего, человек уже забудет, что посмотрел, какая информация была. У него есть другие дела. Вот, поэтому рекомендация до 2 дней, повторный контакт. Мы звоним, повторный контакт и завершаем сделку. И далее дубликация. Дубликация – это повторение, то, что умеете делать сами, то и умеет делать ваша нижняя линия, то есть копирует вас, ваши все действия. А как раз сейчас поговорим об этих всех шагах. Итак, переходим на площадку Upline. Еще раз повторю, как можно зайти. Нажимаем партнерам. Это в верхней левом углу. И нажимаем в менюшке Upline. Либо по баннеру, по центру, который находится в виде слайд-шоу. Итак, мы попадаем в кабинет, попадаем, и очень важно заходить именно со своего личного кабинета Skyway Capital. Если вы зайдете Upline напрямую, Upline Solutions, то тогда люди будут подписываться не под вами напрямую, а будет под Upline подписываться. Это очень важно. То есть вы должны заходить на площадку со своего
кабинета Skyway Capital. Первое, что нам необходимо в кабинете сделать, это добавить свою команду, верхнюю и нижнюю линию. Это мы нажимаем на бизнес-менеджер. Слева в меню есть бизнес-менеджер. Мы нажимаем команда. То есть нам надо добавить нашего пригласителя, нашего спонсора верхнего и добавить нижнюю линию. Вот, загружается страничка. И в правом верхнем углу можете вписать email своего пригласителя и своей нижней линии и найти их. И добавить. Второе, что необходимо сделать, это нажать на вкладочку тоже «Бизнес-менеджер», «Контакты» и начинать вписывать людей. Загружается страничка. И начинать вписывать контакты. А для этого что необходимо сделать? Это первое. Справа у нас находится кнопочка «Добавить новый контакт» зеленого цвета. Мы на нее нажимаем. И можем вписывать имя, фамилию. Еще очень важно поставить язык общения. То есть на каком языке будет приходить человеку презентация. То есть нужно выбрать, на каком языке говорит человек. На русском или английском. Далее будет переведена на остальные языки. Вписываем email и вписываем телефон. И здесь небольшая подсказочка. Чтобы не сохранять отдельно каждого человека, то есть чтобы не перезагружалась страничка каждый раз на каждом человеке, на каждом контакте, я рекомендую нажать «Добавить еще контакт». И появляется еще строчка для добавления контакта. И так можете несколько контактов сразу вписать. И вписать все поля и нажать «Сохранить». Тогда у вас сохранится сразу большим списком и перезагрузится страничка. То есть вам не надо будет ждать на каждом человеке. То есть большим списком добавить. Таким образом, мы создаем список знакомых, с которым будем работать. А как составлять список? Если помните формулу продаж, которую я в самом начале показывал, или статистику сетевого маркетинга, то рекомендация такая: не выбирать, кому вы будете презентовать в первую очередь. Это самая большая ошибка новичков. А работать по всему списку. То есть не решать за человека, а презентовать всем. То есть вы себя сложите ответственность, то, что вы, что кто-то не заработает. То есть вы расскажете всем, а вы заработаете сами. Второе, вы сложите себя ответственность, то, что вы не поделились этой возможностью. Вам уже никто не сможет сказать, что вы зажали эту информацию, зажали эту возможность и не поделились. Вы просто сложите себе ответственность за то, что человек сам решит, принимать ему участие в проекте или нет. Итак, это было по списку. Да? У нас список мы заполнили. Следующий шаг, что нужно сделать, это позвонить. Чтобы позвонить человеку, в оплайне уже есть шаблоны звонков. Что для этого необходимо сделать, чтобы увидеть эти шаблоны? Нажимаем на потенциального человека, которому мы планируем отправлять презентацию, но прежде чем позвонить, мы нажимаем на нашего потенциального человека. Загружается окошко. И в правом
углу, вы видите в окошке в правом углу, «Отправить презентацию». Нажимаем «Отправить презентацию» этому человеку. Вот. И здесь есть такая кнопочка «Тексты разговора». Вот, нажимаем сюда. Здесь уже есть два готовых шаблона звонка, благодаря которым вы можете звонить человеку и отправлять презентацию. То есть вот образец, что вот есть идея, которой хочу с тобой поделиться. Вот это первый образец. Образец второй звонка. Вот есть бизнес, в котором большой потенциал, например, если приглашаете в бизнес. И здесь конкретно что говорить, ждать ответа. Вот, если вам вдруг не нравятся эти, или вы хотите дополнить эти шаблончики, то есть поменять, вы внизу нажимаете на карандашик желтый, чтобы поменять этот шаблон, то есть дописать его или скорее подкорректировать. Вы нажимаете и теперь его полностью корректируете. То есть можете все, что хотите угодно, как об обычном редакторе работать. То есть удалять, добавлять. Вот. Ну, мы это не будем делать. Нажмем на крестик. То есть мы обзваниваем. После того, как мы позвонили этому человеку, потенциальному нашему Ивану Иванову, мы ему отправляем презентацию. А прежде чем отправить презентацию, если вы не смотрели, не видели ни разу этой презентации, я обязательно рекомендую просмотреть эту презентацию. Здесь вот видите, есть по центру такой глазик, презентация Skyway и глазик. Нажимаем на эту кнопочку и загружается страничка с презентацией. Она длится чуть больше 5 минут. Эта презентация, посмотрите, 5,5 минут. Вот. Это презентация профессионально подготовленная, снятая по стандартам Skyway. То есть здесь ничего нет лишнего. Вся информация здесь присутствует. Нажимаем. То есть обязательно, прежде чем отправить презентацию, ознакомьтесь. А здесь также есть последняя отправленная презентация, то есть у вас шаблон есть. И здесь тоже есть шаблоны для отправления имейлов. То есть уже позаботились, чтобы 10 раз не придумать, что же мне написать. Здесь уже готовые. Шаблон, например, кое-что интересное. Вот, хотел бы поделиться кое-чем интересным. Нажмите здесь. Нажмите здесь, эта ссылка находится. И так как мы заполнили этого человека по имени, то есть автоматически подставляется его имя, и сюда подставляется ваша ссылочка, то есть автоматически. И вы нажимаете «Отправить презентацию», то есть в правом нижнем углу нажимаем на кнопочку «Отправить». И презентация уходит. Выбираете шаблончик и вписываете. То есть здесь любой шаблончик, который вы захотите. То есть вот обещанные видео, идея. Вы сами выбираете. Это по имейлу. То есть вы заполняли контакт, вы вписали имейл. Если вы хотите отправить презентацию через социальные сети, например, в Facebook или ВКонтакте, мы тогда нажимаем «Копировать ссылку». Открывается окошечко, и здесь написано «Копировать ссылку». Такая кнопочка. Мы нажимаем на эту кнопочку «Копировать ссылку». И должно появиться сообщение, что ссылка скопирована. Да, в правом верхнем углу появилась ссылка. Ссылка скопирована успешно. И теперь мы берем и отправляем, заходим там в социальные сети и отправляем эту ссылочку потенциальному клиенту, которому мы хотим отправить.
Вот, далее мы отправили презентацию через email или через социальную сеть, и что мы можем видеть? Отправив презентацию, мы видим активность, вот это окошко активности пользователя. То есть мы видим, в какое время мы отправляли презентацию, когда это email, если мы отправляли по email, то когда этот email был открыт, на сколько процентов презентация просмотрена, или просмотрена она вообще или нет. То есть, если человек начал смотреть, вы прямо увидите здесь там 4% он посмотрел, 50% он посмотрел или 100% посмотрел. Вы это все можете видеть. И когда человек посмотрел 100%, вы уже сразу после этого можете ему звонить. То есть, не надоедать ему звонками, а смотрел ли ты презентацию. А вы видите, что человек реально посмотрел презентацию, и можно ему звонить. Далее вы можете видеть... Открыт ли центр ответов, то есть после того, как человек посмотрел презентацию, у него появляется возможность открыть центр ответов. Это центр ответов, это как архив видео, где находится, он у нас находится слева в меню. Я чуть попозже открою. И в центре ответов там находится архив видео, то есть самые популярные ответы, самые популярные вопросы, вопросы, ответы, на которые обычно у новичков и даже у опытных лидеров возникают вопросы. То есть человек сам может найти ответы, также и вы можете найти некоторые ответы на самые популярные вопросы. И вот мы видим, что пользователь открывал центр ответов. То есть вы тоже это можете видеть, что было сделано пользователем. Далее вы можете добавить комментарий. Например, там вот последующее действие, там позвонить и написать, в какое время вы планируете позвонить. И поставить предстоящее действие, задать. Там по календарику, например. Например, там вы хотите там, завтра позвонить от 13 апреля. И вы нажимаете там позвонить и сохранить. И у вас появится, что позвонить от 13 апреля по вашему времени. А далее слева вы можете видеть... из лейблы, так называемые метки. Это вы можете сами ставить эти метки. То есть метки ставить для того, чтобы отслеживать, на каком процессе покупки находится человек, то есть на какой стадии находится. Была ли встреча, то есть ставить, была ли встреча, были ли отправлены материалы. Вы можете сами это ставить и сами выбирать. То есть это для вас такой удобнее инструментик с метками. Далее. Про центр ответов. Нажимаем на центр ответов. То есть мы видели, что контакт смотрел центр ответов. Вы можете зайти, сами тоже обязательно зайти. И просмотреть все эти видео, чтобы понимать и уметь отвечать на вопросы. То есть это у нас идет следующий шаг. После того, как мы отправили презентацию, нам нужно второй раз звонить, то есть повторный контакт совершить. То есть если мы вернемся к нашей презентации, к пошаговой, то есть это после отправки презентации мы совершаем повторный контакт и завершаем сделку. То есть я здесь рекомендую обязательно звонить с опытным спонсором, который умеет отвечать на возражения, который отвечать умеет на вопросы. Вместе садимся и обзваниваем снова тех людей, с которым вы отправляли презентации.
Для начала обязательно ознакомьтесь с центром ответов, то есть вы можете видеть видео, какие здесь видео находятся. Здесь в центре ответов самые важные ответы на вопросы. И ознакомиться, обязательно ознакомиться, чтобы вы тоже сами умели отвечать на вопросы. Итак, вернемся к повторному контакту. Здесь, как я ранее говорил, я рекомендую обязательно максимум через 2 дня звонить после отправки презентации. То есть вы видите, что человек просмотрел, желательно даже в этот день, как он просмотрел, сразу звонить. И желательно назначать встречу, то есть уже закрывать на встрече, завершать сделку. И обязательно звонить, если вы сами умеете отвечать на возражения, то звоните сами. Если не умеете отвечать на возражения, то есть звоните обязательно спонсорам, с тем, с кем умеет, тот спонсор, кто умеет отвечать на возражения, то есть на самые каверзные вопросы. Если спонсор ваш не умеет отвечать на вопросы, идите к верхнему спонсору. Если верхний спонсор еще выше не может ответить, то идите к региональному лидеру. Региональный лидер обязательно, то есть он обязан вам помочь. И региональный лидер точно ответит на практически все вопросы. То есть обращаемся к региональным лидерам обязательно. И дальше идет дубликация. Следующий шаг – это дубликация. Скажите, а до этого момента все понятно? Есть ли какие-то вопросы? До этого момента есть ли какие-то вопросы? Я вижу плюсик. А, понятно, да? А, отлично. И следующий тогда шаг – это дубликация. Дубликация – это когда вы делаете сами то, что умеете делать сами, у вас есть нижестоящая линия, она начинает повторять, нижестоящая линия начинает повторять за вами, то есть полностью копировать ваши действия. А еще очень такой важный момент, почему в сетевом маркетинге не работают все. Почему он для всех так привлекателен, но почему не работают в сетевом маркетинге все люди? Ответ очень прост, потому что не все понимают до конца все возможности сетевого маркетинга. Реально не понимают. Если это объяснять очень коротко, то я вам скажу, что реально дубликация, если вы продублицировали себя глубже, в глубину на 3 уровня и глубже, если вы продублицировали себя, то есть у вас есть по 3, вы обучили нижестоящих 3 людей, как обучать нижестоящих, то есть в глубину, если вы обучили ваших нижестоящих, как обучать следующих людей в сетевом маркетинге. Обучать этому бизнесу или обучать этой продукту, если вы это обучили, вы продублицировали себя. Вот этого очень мало кто понимает, но те, кто понимает в сетевом маркетинге, что такое дубликация, реально добиваются огромных результатов. Поэтому так мало людей не работают в сетевом маркетинге, то есть не до конца понимают его возможности. Так, дубликация. Если еще немножко рассказать про дубликацию, то есть вы обучаете, как презентовать, как предлагать бизнес, как рассказывать о нашем проекте, о возможности вступления в проект. Вы обучаете нижестоящих, они делают то же самое, то есть умеют уже сами презентовать, становятся самостоятельными и уже начинают обучать своих нижестоящих, вот тогда получилась реально дубликация вас. То есть вы себя как размножили, вы себя размножили, дублицировали. И тогда вы уже работаете не одним,
а вы уже работаете командой. То есть вы зарабатываете не 100% сами, а вы уже, как говорится, по проценту от 100 человек получаете. То есть это гораздо-гораздо лучше, чем работать, чем зарабатывать 100% и только вы одни. Делать 100% самому, одному. Вот. Это такая основная информация, которую я хотел рассказать на этом тренинге. Если вдруг что-то непонятно, задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу. Если не смогу ответить, то я узнаю ответ и на следующем тренинге тогда смогу ответить. То есть смело задавайте вопросы. Вот, а все ли вам понятно было? Напишите, понятно или непонятно. Да. Спасибо, спасибо, Виталий. Да, спасибо, Валентина. А если все понятно, тогда супер, гуд. Если будут вопросы, я веду по четвергам, каждый четверг в 8 часов вечера. То есть, да, 8 часов вечера по Москве. Я каждый четверг веду, смело задавайте вопросы. Если вдруг что-то будет получаться, не получается, пробуйте. Я знаю, точно у вас получится. Пробуйте работать сами, пробуйте работать с нижней линией, со спонсором. У вас точно получится. Спасибо за внимание и до новых встреч. Да, да, спасибо. Спасибо. Все, тогда я заканчиваю. Да, до новых встреч. И до следующего четверга.